Ну вот мы на Пандане, очень туристическое место, но после обеда здесь мало народу, всех уже увозят домой. Поэтому более-менее есть где остановиться, искупаться. Вот тут очень много лежаков и беседы, где можно укрыться. Они стоят, в принципе, это не дешево, 300-500 песо. Ну, если отдыхать большой компанией, то вполне приемлемо. Красивый пляжик, много-много лодок. Сейчас я вам покажу, где мы остановились. Мы остановились с краю. Вон там наша лодочка. Дело уже близится к закату. Мы скоро поедем домой. А вон Саша бежит.